В нескольких высотках Мурманска могут остановиться лифты. В соцсетях сообщают, что управляющие компании не платят за обслуживание оборудования. Мы попытались связаться с организациями-неплательщиками и прояснить ситуацию. Некоторые УК даже трубку не берут, другие пытаются решить денежный вопрос. Денис Прокопенко подробнее. Тревожная информация появилась в группе «Регион 51» ВКонтакте. Там сообщили, что мурманские управляющие компании «Чистый дом» и «Арктик» не платят за обслуживание лифтового оборудования. В связи с чем организация, которая ремонтирует лифты, не может осуществлять свою прямую деятельность. Ну а запускать механизмы без должного обслуживания просто небезопасно. Это значит, что лифты в нескольких домах в скором времени могут остановиться. Поступающие от населения деньги управляющие компании попросту удерживают на своих счетах и не оплачивают важные для населения услуги. А ведь для кого-то лифт – это не просто комфорт. Для огромного количества людей лифт – это жизненная необходимость. Жильцы, дома которых обслуживают указанные управляющие компании, такому повороту событий совсем не рады. Такие выводы можно сделать из комментариев, появившихся под постом ВКонтакте. А жители пусть потом с этих управляшек моральный ущерб взыщут. Совсем оборзели, жители платят, а деньги оседают в карманах. ООО «Арктик» обслуживает 34 дома. Не представляю, как люди будут без лифта. Срочно, жильцы, пишите заявление на смену управляющей компании. Такого не должно быть. Если молчать, это так и будет продолжаться. Мы попытались связаться с управляющими компаниями, чтобы выяснить, что же происходит и почему деньги жильцов так и не дошли до конечного получателя. Дозвонились до «Чистого дома», но его сотрудники сообщили лишь, что сами в шоке, так как деньги якобы лифтовикам перечислили в полном объеме. Вот у нас это все поднялось в соцсетях. Это какая-то утка, потому что у нас счета все оплачены. Да, все оплачены счета? Да. У нас здесь все в шоке поэтому. Что ж, если счета оплачены, значит и бояться нечего. Мы связались с лифтовой службой и нам подтвердили, что «Чистый дом» с лифтовиками держит связь. Деньги на счет обслуживающей организации пока не поступили, но в ходе диалога компании договорились подождать и вместе во всем разобраться. А вот прояснить ситуацию с компанией «Арктик» мы так и не смогли. На звонок по номеру, который не без труда удалось найти на просторах интернета, так никто и не ответил. По словам лифтовой службы, с ними никто на связь тоже не выходил. Похоже, поддерживать диалог руководство «Арктика» не планирует. А значит, жильцам этой УК стоит готовиться к ежедневным тренировкам ног и дыхания. Лифты в домах управляшки, скорее всего, в ближайшее время работать перестанут. К слову, организация, обслуживающая подъемные механизмы в областном центре, сообщила, что задерживают оплату не только эти две управляющие компании. Есть еще несколько управляшек, в домах которых жители могут вскоре столкнуться с неудобствами. Также не платят лифтовикам некоторые ЖСК и ТСЖ. Их участникам также стоит поинтересоваться у председателей, куда уходят средства квартировладельцев.